Здравствуйте, дорогие наши друзья, клиенты, любители драгоценных камней. Эти видеоролики мы записываем для наших нынешних и будущих постоянных клиентов, которые любят и ценят топового качества, высшего качества драгоценные камни. И интервью эти посвящены именно таким камням, а также брендовым украшениям. И интервью эти с нашим гемологом и владельцем нового латвийского ювелирного бренда Константином. В этом видео мы поговорим про семейство гранатов. И вот первый вопрос, который я хочу задать Константину, такой. Гранат служит примером того, что отнесение камня к разряду драгоценных определяется его редкостью. Какие гранаты считаются редкими? Ну, всех приветствую. Самые редкие гранаты это, наверное, будет демантоиды, цавариты, да. Это такие самые редкие, скажем так, и они не встречаются в крупных размерах, как правило. Вот. Увоварит, да, гранат из России тоже такой, так называемый, но он, как правило, не встречается в больших кристаллах тоже, да, он растет такими маленькими-маленькими кристаллами. Вот, ну, в принципе, гранаты крупных размеров, которые, скажем, находятся за пределами 20 каратов, они тоже являются очень редкими и, в принципе, дорогими, особенно если хорошая чистота. На семействе гранатов лежит тень дешевых камней, но несмотря на большое количество невысокого качества гранатов на рынке, этот минерал продолжает применяться для изготовления первоклассных ювелирных изделий. Это в первую очередь красные гранаты и зеленые. Расскажи, пожалуйста, Константин, про вот эти группы минералов, красные и зеленые гранаты. Ну, смотри, могу пройтись вообще по всем видам гранатам очень быстро, да. Дело в том, что красные оттенки, они встречаются у практически многих разновидностей граната. Вот, скажем, спессартин бывает красным, да, умболит бывает красным, родолит бывает красным, да. Вот, альмандин, да. Пирог, да, тоже бывает красным. Вот, но, скажем так, зеленые оттенки тоже практически все виды гранаты имеют, ну, гроссуляра, да, там, скажем, вот, тот же демантоид. В принципе, начну сначала, да, расскажу про спессартин, да, или спессартит. В принципе, это оба названия, ну, правильные. Вот. Это название происходит от места, от его первоначального открытия, да, скажем так. Он был первый раз найден в Баварии, да, в Германии. И цвет спессартинового граната, он как бы варьируется от желтых оттенков, да, и переходит в красные, и из красных уже идет в коричневый, да. Самые дорогие, конечно же, и ценные являются более желтые, яркие оттенки, оранжевые, да, вот так называемые оттенки фанта или так называемый мандариновый гранат. Это торговое название как бы ярко-оранжевой разновидности спессартина, да. Кстати, я И хочу уже... обратить внимание наших клиентов на то, что бренд предлагает именно такие камни: спессартин Фанта и спессартин Мандарин. И они есть на нашем канале в разделе «Шорцы». Посмотрите, посмотрите, вот эти камни ценные, яркие, по очень хорошим ценам. Да, значит, добывают спессартин, в принципе, во многих местах, и в Танзании, и в Бирме, и в Шри-Ланке, и в Америке, и в Мадагаскаре, и в Замбии, и в Таиланде, и в Индии,
и в Мозамбике, и в Китае, и в Намибии, и в Бразилии, в Нигерии, в Таджикистане, где угодно. В общем, он достаточно распространенный вид граната, один из самых распространенных, но он добывается, как правило, в больших количествах, да, но самые ценные образцы, конечно же, это образцы желтых и оранжевых оттенков, да. Также он бывает красный, очень красивый гранат, вот, тоже редкий, да, в отличие там от родолита, скажем, того же. Вот. Умболит, да, он также известен как малайский гранат. Вот. Относительно новый представитель группы гранатов, вот, из долины реки Умба, да, из Восточной Африки. Вот. Многие покупатели изначально отвергли этот вид граната, да, и поэтому, скажем так, местные горняки, торговцы дали ему название на суахили Малая, да, что значит отвергнутый или не из семьи, как-то так переводится. Вот, изначально, да. Но в конечном, как бы, итоге, да, этот гранат уже является самым дорогим из, ну, из всех гранатов, да, и одним из самых редких, да. И он уже давно стал таким фаворитом именно в ювелирном, на ювелирном рынке, потому что, ну, этот гранат очень красиво себя ведет в украшении, очень хорошо он износостойкий, да. Вот. Родолит, ну, это, наверное, самый распространенный из всех красных гранатов, да. Он представляет собой смесь гранатов пиропа и альмандина. Вообще сам гранат, да, он, как правило, перемешивается, да, в одном кристалле, да, то есть это смеси различных гранатов, да, там может быть три вида граната в одном, да, даже четыре. Вот. И как и в турмалине, кстати, да, поэтому он имеет такую богатую палитру оттенков, да, и такое, ну, достаточно большое количество разновидностей, да. Вот. Родолит, он, его цвет варьируется от розовых, да, до красных. Вот. И от красного тоже до коричневого и уходит в черный цвет. Вот. Ну и, наверное, самый, скажем так, недорогой вид граната, родолит, да. Вот. Цена может начинаться там от доллара за карат, да, и за хорошие уже образцы, да, за яркие, красивые, он уже может достигать там и 300 долларов там, да, но не превышает, в принципе, оценку там 400 долларов за карат в среднем на рынке. Вот. Ну и, наверное, зеленые гранаты, да, ну начнем с цварита, да, это разновидность граната гроссуляра. Вот, гроссуляр, он тоже может быть разный, да, он может быть и желтый, но ни в коем случае не надо называть его желтым цваритом, да, это неправильно, потому что цварит, как и изумруд, кстати, да, он, как правило, приобретает зеленый оттенок от содержания двух химических элементов, это ванадий и хром, да, поэтому вот его и называют часто африканский изумруд, да, но это гранат, да. Редкий гранат, да, и он был обнаружен на северо-востоке Танзании в 1967 году, вот, британским гемологом, а позже уже там спустя там 7 лет уже было обнаружено большое месторождение в Кении, вот, и оттуда уже добывали такие достаточно крупные образцы цварита, да, сначала, конечно, были такие образцы там и в 10 карат попадались часто там. Сейчас уже, конечно, такие
крупные цавариты на рынке встретить, скажем так, нечасто можно, да, увидеть. Вот. Очень дорогой вид граната, в принципе, он инвестиционным является. Вот. И особенно, ну, в принципе, размеры цварита, да, начиная от 3 карат, они, в принципе, уже растут в цене очень-очень-очень сильно вверх. Вот. Особенно в последнее время. Кстати, я уже практически давно не публиковал на твоем канале цвариты, потому что предлагают по таким ценам, что просто, ну, даже предлагать не хочется. Вот. Ну и демантоид, конечно, это тоже такая разновидность андродита, да. Вот. Он такой насыщенный, изумрудно-зеленого цвета. Вот. Демантоид, кстати, получил свое название от немецкого слова «демант», да, что означает «бриллиант», да, потому что у него есть такое сходство с зеленым бриллиантом, у него очень сильная дисперсия, очень большая яркость, и именно вот эти яркие образцы, да, которые такие блестящие, красивые, с красивой игрой, они, как правило, самые дорогие. Тоже этот гранат не превышает, в принципе, 2-3-каратного размера. Образцы, которые там размером уже в 5 карат, они очень редкие и очень-очень дорогие, и, конечно же, тоже инвестиционные. Но надо понимать, что эти виды гранатов, они очень редкие, да, и мало кто о них знает, да, скажем так, это уже такой узкий круг специалистов и любителей. Вот, и, конечно же, продать такой камень будет нелегко, да, все-таки ликвидность у него не особо высокая, да, скажем так, именно из-за его высокой цены, да, и такой малой известности, скажем так. Вот, ну, если говорить про увоварит, да, это такой минерал, скажем, это кальциево-хромовый силикат. И он, как правило, растет в таких мелких-мелких-мелких кристаллах, да. Он не применяется практически в ювелирном деле, да. У меня никогда не продавался, да. Вот. И, в принципе, ну так, просто для информации, да, могу сказать. Кстати, демантоид, вот он был открыт в России, да, во времена Александра II. Вот. И как бы в царской семье он был такой, скажем, очень уважаемый камень, да, и поэтому, в принципе, большинство яиц Фаберже, да, они украшены, и вообще украшения Фаберже, они украшены именно цваритом. Прекрасно. Я хочу только дополнить небольшим таким Ой, то есть, извиняюсь, я сказал демантоидом. цваритом, демантоидом. Демантоидом. Демантоидом, да. Я хочу еще дополнить тем, что вот на нашем канале сейчас опубликовано прекрасное видео граната, и очень яркого граната, супер яркого, по очень хорошей цене. То есть это опять же наш бренд предлагает такие камни. И ну давай чуть-чуть отвлечемся от гранатов. Хотя у меня тут много вопросов еще есть, да, но небольшое отступление сделаем, тем более, что ты об этом сказал, что цены очень выросли, очень высокие цены. И я знаю вот истории эти, как тебе удается, тем не менее, несмотря на высокие цены, находить драгоценные камни топового качества по разумным, очень хорошим ценам и предлагать их нашим клиентам, нашим зрителям. И вот этот супер яркий гранат 6-каратный как раз тому хороший пример. Вот расскажи немножко, пожалуйста, об этом своем умении и приоритете, и позиции, да, находить камни высшего качества по разумным ценам и предлагать их. Ну, смотри, тут все просто, да, есть как бы рынок драгоценных камней, да, есть поставщики, есть продавцы, есть покупатели, да,
Есть те, кто добывают, есть те, кто гранят и так далее, да. Какое предложение поступает, на мой взгляд, да, по адекватной цене, да, такое я и предлагаю, да. Скажем, предлагать людям, которые не разбираются, скажем, в тех же гранатах, да, предлагать им купить демонтоид какой-то там суперредкий, да, но я не вижу смысла. Как правило, такие камни уже, если люди покупают, они уже приходят с конкретной просьбой, да, найдите мне демонтоид, да, я готов вот за него заплатить, мы обсуждаем, да, что он хочет, какой и так далее. Тогда мы занимаемся поиском такого граната. Вот. Но, как правило, я уже ориентируюсь от цены, да, у меня, скажем так, опыт такой, что я помню цены, которые там 5 лет назад были, там 6-7, да. Многие дилеры, кстати, сейчас уже, особенно перекупы, да, они начали уже перескакивать даже, скажем, оптовые, да, цены и уже выходить, ну, на такие розничные, да, скажем так. Но мне такое как бы неинтересно, да, и, как правило, я всегда сообщаю, ну, своим поставщикам, что с моей как бы даже наценкой, да, мне эта цена неинтересна, да, потому что ну, она не имеет никакой инвестиционной, да, скажем так, потенциала, да, если там цена заложена, скажем, наверх уже на 2 года, да, вот, то, в принципе, большинство клиентов, они хотят не только красивый камень, да, но они как бы хотят, чтобы он рос в цене, да, хотя бы немного, да. Если там заложена стоимость там выше 100%, да, от, скажем, поставщика, да, вот, я знаю просто, сколько эти камни стоят даже в материале, да, за сколько их покупают. Вот, и, в принципе, уже огранщик делает наценку там примерно в 50%, да, плюс, если там камень прошел через несколько рук, да. Ну, в принципе, разницы нету, через сколько рук он прошел, да. Самое главное, кому он попал, да. Он может в одни руки попасть, и человек может сделать на него сразу там в 300% наценку, да. Или компания, да, запросто. Поэтому, в принципе, самое главное, конечно, знать рынок. Люди этот рынок, ну, знать не могут никак. То есть это может уже знать человек, который занимается уже там долгие годы этим, да, вот, и знает много поставщиков, тогда он может ориентироваться по ценам. Вот, и по этой причине как раз-таки вот клиенты, да, часто приходят уже от других дилеров, да, со своими камнями, и когда узнаешь просто там те цены, которые им сказали, ну, даже если это инвестиционные, скажем так, камни, ну, просто им надо ждать теперь просто свое время, да, когда уже этот камень подорожает. Но камни дорожают относительно быстро, так что вам не стоит сильно переживать по этому поводу. Особенно в последнее время рынок очень сильно взлетел, вот, из-за того, что Китай, да, вошел в игру. Вот. И, к сожалению, китайцы могут платить деньги, да, большие за камни. Наши все-таки европейцы, да, европейская часть населения, они не способны платить такие большие суммы. Поэтому лучшие камни сейчас, конечно же, уходят в Китай. Вот. Но, тем не Так. менее, остаются очень хорошие и лучшие топовые камни и для наших клиентов тоже, благодаря как раз твоему опыту, твоим поставщикам и твоим знаниям вот этого рынка. Кстати, Китай, я тоже думаю, что Китай, ведь благодаря Китаю выросли цены и на золото. Потому что Китай начал активно скупать золото, поэтому оно выросло. Китай, Индия и Турция. Вот, так что вот такой игрок серьезный.
Золото дорожает, конечно, потому что это, во-первых, государственный актив во многих странах, да. Многие страны свои запасы просто держат в золотом резерве, поэтому, как правило, оно всегда будет дорожать, конечно же, но для того, чтобы инвестировать в золото, ну, это надо покупать большие количества золота, да. Вот. Да, все верно. И вопрос еще, вот самый популярный среди наших клиентов гранат на сегодняшний день, это гранат спесартин Фанта. Чем бы ты мог объяснить вот такую популярность именно спесартина Фанта? Ну, чем? Очень просто. Его красотой, да. В принципе, красивый цвет, который ведет себя ярко в любую погоду. Вот, особенно в наших широтах, да, когда часто идут дожди, серая погода. У нас есть зима, в отличие от других стран, да, более южных. И, конечно же, вот этот вот кусочек солнца, да, на пальце, конечно, он людям дарит хорошую энергию, хорошее настроение. Вот. И, конечно же, этот гранат растет в цене, если он красивый. Все красивое, оно все дорожает. Ну и, по-моему, этому гранату нет аналогов или есть? Не, ему есть аналоги. Это что? Ну, Какой камень? есть другие виды редких камней, но они супер редкие, да, аналоги. Вот тот же клиногумит, да, там есть. Да, но это редкие, это супер редкие камни. А вот из того, Да. что доступно. А, ну, из того, что доступно, в принципе, нету, да. У него такой, у самого граната спессартина, у него такой именно такой оригинальный цвет, да, и он, в принципе, не похож на другой какой-то вид Камень. камней, поэтому, конечно же, вот этот вот, как тебе объяснить, скажем так, вот этот огонь, да, есть же похожие, да, скажем, камни с той же группы турмалинов, да, ну, такого же цвета я имею в виду, палитры, да, но они не имеют все-таки вот этого гранатового свечения такого. Вот-вот. Да. И все-таки желтый турмалин, он, ну, редкий довольно-таки, да? Я прав? Желтый, ну, не совсем он редкий, да, в принципе, в основном это облагороженный турмалин, я рассказывал, что он вымачивает его в кислоте, как правило, зеленые гранаты, вердолиты, как правило, их там в лимонной кислоте вымачивают, они Турмалины, приобретают. зеленые вердолиты, да? Да. Ну, он бывает и желтого цвета, наверное, но, как правило, чаще всего это облагороженный все-таки турмалин. Облагороженный, да. Я уже говорил про облагораживание турмалина, что облагораживание только увеличивает его стоимость Да. в данном случае. Ну что ж, это здорово. И вот теперь альмандины легко спутать с настоящими рубинами, по крайней мере на глаз, да. И в классической литературе про драгоценные камни вот рассказываются эти истории, когда в старинном кольце с рубинами вот значит выпал один рубин, женщина пришла ювелиру, чтобы найти аналог, вставить камень, и тут обнаружилось, что это не рубины, а гранаты. Да, но дело в И том, что кольцо я потеряло в цене сразу же резко. да. Ну, я бы не сказал, что, скажем так, для тех, кто разбирается, что красный гранат легко спутать с рубином. Вот красную шпинель, вот отличить от рубина, да, ну, на глаз очень сложно, да, будет, только профессионал может там, и то не всегда, да, или, скажем, красный сапфир тот же, да, ну, просто имеет немножко другую химическую формулу. В принципе, один и тот же камень, да, корунд. Но гранат, он все-таки, да, это такой, скажем, аналог рубина, аналог красного камня, да, но по более доступной цене, да. В принципе, гранат, если красные гранаты, они распространены очень, и, в принципе, на данный момент этот камень очень хорошо используется именно в ювелирном деле, да, и
Женщины часто выбирают этот камень, потому что, во-первых, из-за его размера, да, можно найти крупный размер относительно недорого. Рубин за такие деньги не купишь, там даже 10-каратный рубин, это уже миллионеры только могут приобрести. А 10-каратный гранат может, в принципе, каждый человек себе приобрести при большом желании. Вот. И носить его в украшение, да, совершенно там не боясь, да, за свою безопасность и так далее. Ох, мы про безопасность заговорили. Ну, это такая тема серьезная. Может быть, мы потом сделаем отдельное видео на эту тему. А вот следующий вопрос такой. Некоторые ограненные гранаты при соответствующем освещении дают 4 или 6 лучевую звезду. В зависимости от того, рассматривают их в направлении оси симметрии куба или тетраэдра. Встречались ли тебе такие? Да, встречались эти гранаты. Дело в том, что такой вид граната, я говорю, это вот на любителя, да, скажем так, и он не пользуется большой популярностью. Да, это редкий, интересный камень, я не спорю. Но, как правило, он не пользуется большой популярностью ни в ювелирном деле, да, ни среди ценителей драгоценных камней. Это больше такой коллекционный экземпляр, да. Есть также и гранаты Спессартина с кошачий глаз, кстати, вот есть тоже редкий камень интересный, вот вообще у меня никогда не продавался, но как правило, я говорю, такие уже виды разновидности гранатов это уже больше для коллекционеров таких, кто собирает вот редкие камни. Он Да. не используется в ювелирном деле. Как и у Вавари, да. В принципе, это очень редкий гранат, но его не используют в ювелирном деле, ну, потому что он непригодный, в принципе, для ювелирного дела. Ну вот я хотел как раз тебя попросить, может быть, сравнить вот Гроссуляр, Пироп, Альмандин, Спессартин, демантоид, андродит, да, и уворовит. Вот какие камни имеют потенциал роста, спроса, какие ценятся больше Я за что тебе, и почему? да, я тебе уже сказал, то есть в начале видео, да, самые дорогие, это, конечно, цвариты, демантоиды, это короли, да, гранатов, да, вот эти зеленые оттенки, хромовые, да, гранаты. Вот, они самые дорогие, да. В принципе, все гранаты, которые имеют яркий цвет, крупные размеры, да, там выше 10 карат, если, да, эти все гранаты будут расти в цене, да. Крупные размеры, чистые камни, выше 10 карат граната. Если мы говорим уже про демонтоиды, понятное дело, что там 10 карат такого размера, если существует где-то, да, это музейный экспонат. Вот, как и цварит, да, ну, недавно я выставлял там на канале, цварит там 335 грамм нашли, да, вот, его даже не гранили, он просто ушел с аукциона в семью Катара, да, королевскую, за там миллионы какие-то сумасшедшие. То есть, в принципе, цварит, демантоид – это самые дорогие гранаты, считаются. Гранат Спессартин Фанта, да, я поставил бы на третье место, потому что он такой один из самых ликвидных, популярных, продаваемых камней, узнаваемых видов граната. И потом уже, наверное, пойдут следующие там линейки уже красных гранатов и так далее. Мне очень хочется поговорить на тему ликвидности гранатов как раз и именно вот твоей ценовой политики, потому что это очень важно. Да, камень, вот мало найти красивый и редкий камень, чистый, да, такой яркий и, ну, все супер. Важна еще и цена. Вот расскажи, пожалуйста, об этой своей политике под конец уже нашей
нашей беседы, потому что Ну, цены всегда интересуют. о какой политике? Ну, ценовая политика. У меня нет какой-то определенной ценовой политики, да. Я всегда, конечно, исхожу от стартовой цены, которую мне предлагают. Я знаю, какая цена оптовая на рынке, да. Грубо говоря, если мне там хоть за 1 доллар, да, продали какой-то хороший камень, да, это не значит, что я его буду продавать за 2 доллара, да. То есть, если мне там продали, были случаи, когда мне задорого предлагали, задорого. Я клиенту сообщал, что эта цена высокая, но вот такая цена есть, потому что у поставщика она высокая. Ну, были случаи, когда, скажем так, клиенты хотят купить вот именно этот камень, да, но цена высокая на него была, да. Вот, я просто выставлял иногда интересные образцы, да, но вот те же турмалины недавно лагуны я тебе выставлял, которые там за 1000 карат, да, идут там 1500, там 1600, 1800. Вот, и мне такая цена неинтересна, да. Но это не значит, что она неинтересна людям, клиентам, да. Возможно, этот цвет они ищут. Поэтому я выставляю, да. И бывают такие случаи, что человек, допустим, покупает такой камень, да. В моих представлениях это дорого, да, как гемолога, да. Но дело в том, что цена растет настолько быстро, что я вот те же синие как-то синие цирконы, да, камбоджи, когда они только появились, да, в продажах на рынке, я их не покупал, потому что мне эта цена, ну, я думал, что они как бы синий циркон там, предлагали их там по 50 евро карат, там и по 40 евро карат, когда-то начиналась цена, я их не покупал. Я их начал покупать, когда цена уже достигла 200 евро за карат. Когда я увидел, вот, ну, это, скажем так, излишки такие, ну, чисто личностные, да, скажем, у каждого свое представление о том, что вырастет, не вырастет, да, в цене. Вот, и, на мой взгляд, тот же аквамарин, да, я вот не покупал, в принципе, его, потому что он очень распространенный, да, в принципе, аквамарином не занимаюсь, только крупные размеры там, или хорошие цвета, да, какие-то, или редкие вот эти вот интересные синие, да, как-то Санта-Мария. один раз. Не Санта-Мария, а не другие, эти такие греты пакистанские мне, они очень просто по цвету понравились своему такому сапфировому оттенку. Ну, просто большие размеры были по хорошей цене, почему бы не Не взять. купить. Ну да, но а другие, допустим, дилеры, они занимаются аквамарином и покупают его килограммами и продают, и говорят, что он очень хорошо у них продается, очень красивый камень. Вот, но это индивидуально, скажем, для всех. Но мы можем с уверенностью сказать, что мы предлагаем высшего качества драгоценные камни, редкие, красивые и по лучшей цене, правильно? Ну, смотри, цена лучшая, да. Так сказать, лучшая цена тоже, ну, это понятие растяжимое, да. Вот если сказать, вот смотри, допустим, по лучшей цене. Для меня лучшая цена, да, это всегда самая низкая цена, да. Вот. Но все, я говорю, все зависит от качества камня. Если камень хорошего качества, да, у него не будет там какая-то низкая цена. У него будет хорошая стоящая цена. Эта цена оптовая у нас, да, она не розничная. Поэтому она будет ниже, да, скажем, чем в любом магазине, да, на любой выставке, да. В принципе, выставки, да, там цены уже идут, они розничные, да, то есть уже с большим запасом. Покупать на выставках камни не имеет практически никакого смысла. Все, что вы там можете купить, это только какой-то такой ширпотреб, да, скажем так, ненужный. Потому что все инвестиционно, оно все там дорогое, очень дорогое, да, скажем так. Я вот, скажем, от той же выставки, если ну, вот ты спрашиваешь по самым дешевым, допустим, от той же выставки я половину практически, не, на, скажем, средний сегмент я могу
У меня цена половина от выставки. Даже бывает даже и больше, чем половина. Но если взять инвестиционные уже какие-то образцы, супер редкие, то понятное дело, что она будет везде дорогая, эта цена, она будет везде высокая. Не, ну, нету таких, к сожалению, на этом рынке дураков, которые будут инвестиционные камни вам отдавать там ниже рынка, да? Ну, это глупо. Этот камень растет в цене, это актив фактически, да, какой-никакой, но это актив, да. И никто не будет расставаться с этим камнем, он есть, не просит, за ним ухаживать не надо там, да, он лежит и лежит, да, и он растет в цене. Никто не будет, люди в основном расстаются с такими камнями, когда им очень нужны деньги, да, как правило, даже дилеры, вот нужны им очень деньги. Один камушек хороший, вот он продаст. Вот у меня есть такие дилеры, которые там предлагают не одно, второе, третье. Но я знаю, что у него есть хорошее, да. Вот я знаю, мне нужен этот камень. Но он с ним не расстается. Вот он с ним не расстается месяц, два. Потом все-таки ему деньги нужны. Он говорит, ладно, я тебе его отдам, да. Ну, то есть я покупаю именно то, что мне нравится, да. И поэтому, в принципе, мои камни как бы такие Ценится. красивые. А нравится тебе все самое лучшее, правда? И в камнях, и в еде, и в одежде, и в девушках, и в женском поле. Ну, Ну что слушай, ж. мне кажется, у каждого свой вкус, да, и говорить, что у меня он там самый лучший, это не совсем правильно. У каждого человека свой стиль, свой вкус, своя жизнь, да, свои взгляды. Вот, поэтому Но говорить, что это если, самый лучший. да, я согласен, в случае человека, конечно, красота в глазах смотрящего, то в случае драгоценных камней есть объективные критерии красоты, правильно? Поэтому мы не сравниваем, конечно, это, ну, больше шутка моя была, но что касается камней, то вы видите, дорогие наши клиенты, вот в шорцах эти камни, которые мы предлагаем, и вы видите уже их качество высокое. Поэтому задавайте вопросы, пишите. В описании к данному видео вы найдете ссылки на контакты. Пишите, и мы, конечно, предложим вам самое лучшее, что есть на рынке. Константин, я тебя благодарю за твой подход, за твою основательность, фундаментальность, надежность, знание и открытость. Спасибо тебе за это время уделенное. Я очень рад, что ты вот не просто продаешь камни хорошие, но ты еще и общаешься с людьми и занимаешься такой важной просветительской работой, делишься своими знаниями, так что это всегда очень приятно, это огромный плюс. Ну что ж, я думаю, в следующий раз мы поговорим. О чем мы поговорим в следующий раз? У тебя есть уже идеи, задумки или мне предложить тему? Можно разговаривать на любые темы. Пусть люди сами выбирают, на какие темы поговорить, пишут в комментариях, и мы будем обсуждать эти темы. Вот, самая лучшая идея, конечно, это чтобы наши клиенты, нынешние, настоящие и будущие, предложили свои темы. Ну что ж, а мы их обсудим. До новых встреч. Скоро у нас будут новые и интересные ролики с Константином. Не пропустите, подписывайтесь на канал, потому что впереди много всего интересного. Константин, владелец бренда «Гемолог», приготовил нам много сюрпризов. Вы это увидите скоро. Ну и благодарю тебя. Хорошего дня, отличного настроения, новых, лучших, драгоценных камней по лучшим ценам. Счастливо! Спасибо.